Перед массовым заходом в море традиционная процедура – освящение воды. Отец Александр, настоятель храма Серафима Саровского, благословил на омовение собравшихся верующих и поздравил с праздником. Это есть народная традиция. Народ, слава Богу, благочестивые традиции оставил нам. Храни Господь всех! С праздником! Спасибо. Спасибо. Для проведения мероприятия главой города было дано поручение обеспечить безопасность населения. Прежде всего, это охрана, обеспечена охрана общественного порядка, развернуты спасательные посты, дальше выдвинуты скорая помощь. Ну, то есть все элементы, которые могут обеспечить безопасность здоровья нашего населения. Значит, те места, которые не оборудованы для купания, куда может население пойти, выставлены аншлаги, что купание запрещено. Только на пляже Малой бухты безопасность обеспечивали 12 спасателей, около 30 сотрудников полиции и казачества. Также дежурили бригады скорой помощи. Кроме того, на всех местах купания было обеспечено достаточное освещение, оборудованы раздевалки и пункты питания, в которых можно было согреться горячим чаем. Массовые купания продолжались до 2 часов ночи. И старый млад приняли участие в этом полезном для души и тела мероприятии. Для большинства пришедших это не просто традиционный обряд или процедура закаливания. Верующие признаются, что после погружения в воду чувствуют радость и прилив сил. Говорят, это и есть благодать Божия. Идет радость, сразу все. Очищение идет, благодать снизошла на нас. Замечательно. Сейчас такое ощущение, что мы парим над землей. В этот день мы приходим для того, чтобы очистить свою душу святой водой и тело тоже.